давление. Поговорим просто о профилактике, о том, что делать, если высокое давление уже есть. Если у вас есть время, оставайтесь. Я думаю, в 20-25 минут я уложу всю информацию на данную тему. Если вы спешите, я скажу буквально в паре фраз, что профилактика гипертонии касается абсолютно всех живых людей, и гипотоников, и нормотоников, и тех, у кого уже есть высокое давление, чтобы не было еще хуже, чтобы не было сосудистых катастроф. Особенно касается людей, у которых есть какие-то семейные особенности, или людей, которые, вот говорят, с детства чувствуют погоду, болит голова, потом это перерастает в мигрень, или просто какие-то странные головные боли, и если человек уже привык таблетками гасить головную боль, не разбираясь в ее причинах, то очень высокий риск, что если приключится гипертонический криз, человек выпьет таблетку от боли, которая просто заблокирует болевую пульсацию, и не будет решать вопрос с тем, что высокое давление провоцирует серьезные проблемы. И, по сути дела, это путь в никуда. И вот этим путем идут товарищи большим-большим коллективом. Люди, которые покупают анальгетики безрецептурные, гасят боль, просто убирают симптом, не вдумываясь в том, какая причина там имеет место быть, не разбираясь с причинами, не устраняя причин. И, по сути дела, запредельная, сопоставимая с военной, сердечно-сосудистая смертность на постсоветском пространстве, особенно которая касается мужчин, это страшное дело. И это дело, на которое можно влиять. Понимаете, на это очень нехорошую, на это очень постыдную для общества тенденцию нужно влиять. Я просто в том, кто бы этим занялся, если учесть, что народ занимается, ну, вы видите, чем. Да, чем пестрят колонки газет, что в интернете. То есть никто не пишет: ребята, меряйте давление, контролируйте сердце, больше двигайтесь, дышите свежим воздухом, благодарите за жизнь. Как раз наоборот. Нагнетается стресс, нагнетается серьезная такая вот... сгущаются краски, по сути дела, люди отравляют себе жизнь. Верните глаза от компьютера к окошку, посмотрите на небо, какого бы ни было цвета, и порадуйтесь жизни. Это уже профилактика кризов, если вы оптимистично настроены. С этого и начнем. Итак, давайте начнем. Профилактика гипертонии всех, абсолютно всех касается, даже гипотоников. На самом деле гипертония или гипертоническая болезнь – это заболевание, которое характеризуется повышенным давлением крови. И сюда, на самом деле, можно отнести огромную, гигантскую группы заболеваний. Почечные, которые просто заболевание почек имеет ведущим симптомом почечную гипертонию. Патология позвоночника, патология сосудов, сердца, нарушение жирового обмена, в частности, высокий холестерин, диабет или просто гипергликемия, пока еще без диабета. Довольно много причин, и в них надо разобраться. Надо знать себя, надо знать, что вам полезно кушать, как вам полезно двигаться, сколько вам нужно высыпаться, чтобы чувствовать себя достаточно бодрым, свежим, работоспособным человеком, который не нуждается ни в какой дополнительной стимуляции, ни в каких допингах. Ни кофе, ни сигарета, ни энерджайзера, ничего похлеще. Да? То есть нужно просто немножечко потрудиться, подумать, просто напрячь мозги, проанализировать себя, свою жизнь, больше знать себя. Образ жизни, современный образ жизни вообще в целом, если его брать, он крайне не полезен для здоровья. Непитательная еда, психоэмоциональные перегрузки, малоподвижный образ жизни, плохая экология. Все это провоцирует рост патологии сердца и сосудов. Но вопрос в том, что гипертония в подавляющем большинстве случаев могла бы быть предупреждена. Это в принципе профилактируемое состояние. Оно может быть управляемо, если вы вовремя займетесь профилактикой. И просто узнаете больше о себе. Ну, например, наследственность. Слава Богу, мы знаем о своих предках, о своих родителях, дедах, прадедах. Слава Богу, давно нет войны, которая просто вырубила целое поколение, и люди просто не знали, кто там в предках. Понимаете, есть у нас эти предыдущие поколения, связь времен не оборвана, мы можем спросить, кто чем болел, были ли головные боли, было ли высокое давление, и вообще, что у нас в роду есть. Но совершенно не значит, что если в роду нет наследственной предрасположенности, то все прекрасно, гипертония не приключится. Она может приключиться просто от стресса, просто от образа жизни, от образа питания, и, как ни странно, от здоровой пищи под названием маргарин.
или от всего того, что содержит трансизомеры жирных кислот. У нас с вами был отдельный вебинар, я не буду на этом сейчас акцентировать ваше внимание, просто давайте вспомним, что тишки, трансизомеры жирных кислот до сих пор не нормируемы. Нет закона, который бы их нормировал, по крайней мере, на Украине. И в детской кондитерке, например, вафли Хартек, жиров до 80%, именно неправильных может быть, этих самых тишков, при этом производитель ничего не нарушил, потому что закона, который это регламентирует, нет. А тишки убивают сосуды, нарушают метаболизм, провоцируют атеросклероз, рак, диабет и так далее. Казалось бы, здоровая пища, маргарин. А на самом деле... Метаболизм и масса тела. Избыточная масса тела, конечно, не полезна. Предрасполагающий фактор к тому, чтобы быть нездоровым человеком. То есть приводите свой метаболизм и свою массу тела в состояние, близкое к норме. Но даже упитанный человек, если он спокойный, если он флегматичный, если он просто не смотрит новостей, не читает газет перед едой и после еды тоже не читает, он имеет шансы сохранить здоровье. И даже самый стройный, спортивный, подтянутый человек, который вовлечен в стрессы и живет в хроническом стрессе, имеет гораздо более высокий риск гипертонии, гипертонических кризов. Есть теория о решающей роли психического перенапряжения в становлении гипертонии. И вот в этом самом психическом перенапряжении, ну, как минимум, две страны живут уже не первый месяц. Вы об этом знаете. Я призываю вас пытаться сохранять спокойствие в любой ситуации. Жертвы в виде вашего здоровья, если вы будете психовать, нервничать у компьютера, они ничего не изменят. А если вы дадите информацию о том, что есть HVP, хлорофилл, лецитин, еще кому-то, может, вы кому-то очень сильно поможете. И когда утрясутся все проблемы, все поводы для стрессов сегодняшних, завтра, послезавтра, через 10-20 лет потребуются работоспособные, трезвомыслящие, умные люди. А где они возьмутся, если сегодня они не будут беречь здоровье? Где они возьмутся? Для здоровья полезно оставаться спокойными в любой ситуации и понимать, что даст Бог, все будет хорошо. Солевой фактор – это очень серьезная штука. К огромному сожалению, соли очень много даже в сладостях. Вот смотрите, во все, что произведено промышленным образом, там, где написано «пряности» или какие-то еще там такие хитрые вещи – туда можно вмешать даже по закону, так, глютамат натрия. Если глютамата натрия меньше 50%, можно просто писать смесь специй, и все. Другой вопрос, что этих специй можно навалить тоже, будь здоров, сколько от массы конечного продукта, да? То есть вопрос в том, что натрий, глютамат натрия. Ну, глютамат сам по себе это пищевой наркотик, а натрий – это штука, которая тонизирует сосуды и делает их более чувствительными ко всем спазмирующим импульсам, к адреналину, к гормонам, к стрессу, ко всем. То есть соль является провокатором. Где еще есть натрий? Бензоат натрия как консервант. Гидрокарбонат натрия – это сода, известная хозяйкам сода для выпечки. Да? Хлорид натрия. Пищевая соль. Хлор используется для выработки соляной кислоты в желудке. Как бы вещь полезная. Натрий, вот натрий в составе глютамата, бензата, гидрокарбоната, хлорида натрия, везде натрий. Понимаете, его полным-полно в еде, даже в сладостях. Вот что странно. Для выполнения многих функций натрий используется, я не говорю, что это бесполезная вещь. Конечно, не бесполезная. Но он используется для тонизации сосудов, часто избыточный. Если много натрия с едой поступило, почка его не выбрасывает. Почка его экономит. Понимаете, какая штука? А у людей с склонностью к гипертонии как раз солевой фактор является ведущим, как правило, когда их организм еще более сильно удерживает соль. Соль повышает чувствительность сосудов к веществам, которые стимулируют спазм, гормонам стресса, к стрессорные амины, такие как адреналин, норадреналин и так далее. То есть у вас может быть нормальный уровень адреналина, но много соли. И поэтому вы будете к нему чувствительны так, вроде бы было бы много. Но если его действительно станет много, то соль вам его, на порядок его эффект увеличит. Понимаете, в чем дело? В присутствии соли эти эффекты проявляются еще более активно. А соль повышает нагрузку на почки. И если происходит спазм сосудов, происходит обедненный кровоток в почках, это еще один стимул для повышения системного давления. Как почка повышает давление? Но представьте, что внутри нее спазмировались сосуды.
а ей крови не хватает. Она тогда повышает весь кровоток в организме, давление все системное в теле она повышает, чтобы под большим давлением в саму почку все-таки кровь попала. Она выживает таким образом. Почка – это жизненно важный орган. И у нее есть полномочия повышать системное общее давление. Если человеку сбивают давление и ненадолго, и оно опять повышается, и опять сбивают, и опять повышается, ищите причину в почках. А еще лучше не доводите почки до ручки, потому что не только солью почки убивают, есть масса моментов, на которые надо обращать внимание. Просто детоксикация и здоровое питание, и это каждый день. Тогда вы и почки защитите, и сосуды, и у вас не будет гипертонии. Но этим нужно заниматься тогда, когда вы просто поняли, что это достойная вещь, заниматься своим здоровьем. А не тогда, когда уже припекло и когда уже надо спасать. Вот. Очень пугает, когда начинается письмо, человек уже на все согласен. И идет список диагнозов. Ну, не принято отвечать, что надо было быть согласным несколько лет назад, а сейчас уже никакой гарантии ни на что нет, и надо пытаться, и ситуация экстремальная. То есть я призываю вас, пожалуйста, давайте информацию всем вокруг себя о том, что профилактика должна быть своевременной, и о том, что есть масса вещей, которые должны быть предупреждены, и они могут быть предупреждены просто осознанным отношением к делу. Итак, у довольно большой группы людей соль чувствительной, употребление в пищу соли дает скачок давления. Одна треть больных гипертонии является именно солезависимой. И вот представьте себе, что если хотя бы эти люди, хотя бы треть выйдет из категории больных, а еще лучше туда не зайдет, какой массовый эффект оздоровительный будет, как дольше будут жить люди без лекарств, без больниц, как сильно уменьшится нагрузка на бюджетную сферу, на здравоохранение. Ну, представьте себе, какой мощнейший эффект, в первую очередь, здоровья людей. И во вторую очередь, конечно же, экономический эффект. Это же важно. Смотрите, какой мощный ресурс есть. Прямо рычаг Архимеда. Берите и переворачивайте. Просто, ну, приносите пользу и своей стране, и своему обществу, и людям, всему народу. Давайте информацию. Потому что кто сейчас не звонит в колокола, никто сейчас не кричит криком: ребята, займитесь здоровьем. Потому что страшно. Народ вымирает от патологии сердца и сосудов. Вымирает. Синдром славянского мужчины – это когда женщина доживает последние 10-15 лет в одиночестве. Мужиков такого возраста просто нет. Понимаете, только славянского мужчины. Понимаете, не финского, хотя финны тоже алкоголем, ну, скажем так, не пренебрегают, мягко говоря. Не английского, хотя тоже англичане алкоголь потребляют, будь здоров. Не африканского, хоть там война идет. Понимаете, славянского мужчины. Вот в чем проблема. Обычно наша пища содержит до 15 граммов соли в день. Это превышает норму. Должно быть гораздо меньше. Гораздо меньше. Должно быть 5 граммов соли. Но смотрите, что в Финляндии сделали. Снизили потребление соли на треть, и смертность от инсультов и инфарктов упала на 80%. В масштабе маленькой страны, где немного населения, это феноменальная цифра. А представьте масштабы большой страны. Если сделать вот такое дело, смертность от инсультов и инфарктов снизить вот так радикально, это как же будет? Это будет очень здорово. Причем соль – это не только поражение почек, не только гипертония, это еще патология желудочная в виде рака желудка, остеопороз, ну и, конечно, сердце, почки и сосуды страдают. Хлорофилл и локвы – ежедневная еда. Что они делают? Кроме того, что уже написано в роликах и сказано многократно, они снижают токсическую нагрузку на почки, нервную систему, мозг, сосуды, печень, кожу, все органы тела. Это важные профилактические продукты, важнейшие. Но это не все. Вопрос в том, что они выбрасывают избыток натрия из организма. Они не являются, собственно, мочегонными. Уралакс является мочегонным, поэтому его нельзя пить подряд всю жизнь без особых причин. То есть уралакс, например, 5 дней выпили, 5 дней не выпили. Или 5 дней пьем, 3 дня отдыхаем, чтобы организм не привыкал, чтобы не снижался эффект. Хлорофилл и локвы не являются мочегонными, собственно. Они просто выводят избыток натрия из организма. Но это ежедневная еда, которая не входит в категорию мочегонные продукты. Поэтому ее можно кушать каждый божий день. И ее правильно кушать. Уралакс выводит избыточный натрий, воздействуя на ферменты внутри бочки. И поэтому, поскольку это воздействие на ферменты, его можно, это воздействие, уменьшить. Организм перестраивается, то есть привыкает. Получается, что если дать одну и ту же дозу, идет снижение эффекта.
Уралакс – это не ежедневная пища, это мочегонный продукт. Поэтому ну, 5-7 дней пить, 3-5-10 дней перерыв. Вот. То есть, чтобы уменьшить риск привыкания. И еще, мочегонные продукты, естественно, такие продукты, которые вас привязывают к местам общего пользования, конечно же, лучше применять, ну, с утра применяйте. Нормальное давление – это профилактика инфаркта. Вот слайд, который я показываю где только можно, в любой вебинар, в любую презентацию, я его стараюсь впихнуть, чтобы вы увидели. Росстат, понимаете, не бабушкины лавочки, понимаете, не какие-то сплетни сомнительных источников. Росстат, причем с 91 года, если бы до Чернобыля началась эта статистика, она была бы еще ужаснее, тут бы вообще вот так вот отсчет был, вот отсюда, наверное, понимаете, что система кровообращения зашкаливает заболеваемость и смертность. И новообразование. Понимаете, как это все страшно растет. Ну просто прет наверх этого. Это безобразная статистика, патология системы кровообращения, новообразования. Ведь это же все управляемо, профилактируемо, образ жизни, питание. Больше знать, больше делать, просто заняться самодисциплиной. Но это надо сделать. Но это же надо наконец-то менять. Посмотрите, какой ужасный график. Как это страшно. Вопрос в том, что гипертония может быть бессимптомной. Особенно, если люди просто глушат боль таблетками от боли, не измеряя давление, не анализируя, где она взялась, привыкли поедать анальгин, и анальгин поедается, или что-то еще из этого рода. Это, конечно же, страшная привычка, потому что, во-первых, эти препараты безрецептурные, типа анальгина, они запредельно опасны, нигде в мире их не применяют, даже африканская страна Гана, больше 20 лет назад их запретил, я не говорю про Израиль, США, Европу и так далее. Я рассказывала вам про анальгин, но сейчас хочу повторить, что просто блокирование боли, даже если не рассматривать токсичность препаратов анальгетиков, а ее надо рассматривать, между прочим. Парацетамол – это ведущая, одна из ведущих причин для пересадки печени в США, в Европе, то есть в странах, где, в принципе, пересаживают. Так я о чем? Так вот, если даже мы вынесем за пределы сегодняшней темы токсичность анальгетических препаратов, то вред от их применения, когда просто болит голова, бахнули таблеточку и побежали дальше, страшный вред, потому что для инфаркта достаточно одной лишь гипертонии. Понимаете? А если человек не знает, что он гипертоник, он привык пожирать таблетки. Косметичка набита таблетками от головы, от критических дней, от зубной боли, от спины, от головы, от ног, от того, от всего. При этом нам вопрос, почему ты такой больной, почему ты вот. Человек говорит, я нормальный, а я как все. То есть забитая у женщины косметичка таблетками на все случаи жизни. И она же опустошается и пополняется, и человек, по сути дела, работает на аптеку, и человек привык к этому состоянию, и это считается нормой, что, безусловно, безобразно. Итак, атеросклероз возникает чаще именно у гипертоников, потому что высокое давление ослабляет сосуды, делает их беззащитными. Инфаркт может иметь одну лишь причину – гипертонию, гипертонический криз. Не обязательно сначала атеросклероз, достаточно и криза, понимаете? Норма давления, вот смотрите, ну верхняя 120-129, 80-84, нижняя. А считается, что если выше, чем 140, чем 140 на 90, это уже повод есть лекарство. Если даже тут 91 лекарство надо есть, тут 141 на 90, все. Вот эти цифры, даже если только одна цифра вышла за рамочки, это причина есть лекарство. Я не хочу вам говорить, что нужно кушать добавки и забрасывать лекарства, абсолютно нет. Подбирать фармпрепарат с кардиологом, делать кардиограмму, смотреть глазное дно, проверять почки, делать анализ крови, например, холестерина, все очень четко, дотошно и точно с кардиологом делать. Самое главное, фармпрепарат, который бы ваше давление держал в норме, чтобы люди не погибали от гипертонии и гипертонических кризов. Если с помощью добавок человеку удастся уменьшить частоту и дозу введения лекарства, это прекрасно, и такие результаты есть. Но лекарство должно быть, так же как и тонометр, перед носом у гипертоника. Он должен контролировать давление, его замерять, и когда нужно, принимать лекарства. И играться в игру, заменить добавками жизнеспасающие лекарства, категорически нельзя. Гипертония может быть бессимптомной,
Профилактика гипертонии – убрать нервные и физические перегрузки. Физическая нагрузка – ну, это пройтись пешком, медленным темпом, конечно, не вдоль улицы, которая копчит машинами и воняет машинами. Это бессмысленное дело, где-то в тихом районе, где нет автотранспорта, если есть возможность. Соль убрать. Профилактика атеросклероза – срочно. Массу тела нормализовать – срочно. Убрать лишние калории. Калорийно-ограниченная диета сама по себе помогает снижать давление. Что такое снизить калории? Да вот вам смартмил, пожалуйста. Да вот вам лецитин, пептовид, хлорофилл, смартмил. Еду вы в организм ввели, а калорий там минимум. Пожалуйста. Солстик слим, который прекрасно подходит. Почему слим? Потому что солстик энерджи тонизирует сосуды. ТНТ для профилактики гипертонии, когда у вас уже зашкаливает высокое давление, высокие дозы витаминов не даются, потому что они тоже повышают сосудистый тонус. То есть ТНТ можно для профилактики, и нельзя, когда давление уже высокое, скачет, и оно не сбалансировано лекарствами. А Solstic Slim можно всегда и везде, и всем. Не Energy. Ежедневно достаточная физическая нагрузка. Позитивное общение. Это то, что должно быть с вами каждый день. Позитивно общаться, достаточно двигаться, и в конце концов, достаточно по всем нутриентам питания должно быть каждый день просто как норма жизни, как дышать. Как дышать. Ежедневно спокойная обстановка, ежедневно подзарядка позитивом, ежедневно что-то приятное, хорошее, доброе. Сделайте кому-то, вам же воздастся. Найдите повод кому-то что-то сказать приятное, помочь, поддержать, про НСП что-то хорошее рассказать людям. Сейте эти семена, вам вернется, вам воздастся. Ночной сон обязателен. Это профилактика очень многих болезней, в том числе инсультов, инфарктов, рака. Вы знаете как? Через выработку мелатонина, который вырабатывается ночью при полной темноте, в расслабленном состоянии, при достаточно хорошем сне, который начинается не позже 10 вечера. То есть не в 2 часа ночи, а не позже 10 вечера. Вот. Мелатонин вырабатывается из чего? Вы знаете добавку 5-HTP, ночью она является сырьем для мелатонина, днем для серотонина. Дневник давления обязательно. Давление меряется на обеих руках лежа до подъема утром, днем, вечером и каждый раз при плохом самочувствии. Измеряете и записываете. Время измерения давления, цифры на обеих руках, информация о погоде, самочувствии, что приняли из лекарств, если пили, и о добавках обязательно, для того, чтобы вы могли проанализировать, ведите его постоянно. Кормите, защищайте свои сосуды. Грипайн – продукт номер один для защиты сосудов. Глаз, сердца, мозга, почек, конечности – жизненно важный продукт. Коферментс, смотрите, что здесь? Боярышник, красный перец и обязательные для здоровья сосудов микроэлементы. Медь, цинк, магний обязательно, сам по себе нужно еще магний пить. Железо обязательно нужно, потому что если у человека малокровие, будет спазм сосудов, будет провокация кризов. Вот, казалось бы, малокровный, а давление зашкаливает, потому что спазм сосудов. Коферментку Q10, который дает молодость сердцу, сосудам, жировому обмену, деснам, метаболизму и всему тому, что работает благодаря коферменту. Мы, в принципе, его должны были бы синтезировать, если бы были достаточно молоды и хорошо накормлены. То есть лет 18-20 он еще вырабатывается очень хорошо. У тех, кто хорошо питается. Но уже после 30 коферменту нужно кушать, даже с точки зрения сохранения здоровья сердца и сосудов. Боярышник. Сам по себе с каенским перцем и чесноком. Что может быть лучше для сосудов? Только добавьте сюда еще магний, и будет вам полное счастье. Просто магний, отдельно магний в виде добавки. И это будет очень здорово. Кормите, защищайте нервную систему. Лецитин и омега-3. Чем хорош лецитин? В нем нет холестерина. Если будете желтками вводить в свой организм лецитин, вы переберете с холестерином, который вам не нужен. Берите лецитин, он хороший, чистый, он из сои, он ультраконцентрированный. И в этой добавке от НСП нет ничего другого, кроме лецитина. Это важное примечание, потому что в других добавках, я в других компаниях, я когда посмотрела, ужас, консервантов, каких-то масел, не пойми зачем, не пойми для чего. То есть не могут они создать чистое вещество, чтобы его было много, и чтобы оно не нуждалось в консервантах. А НСП может. Почувствуйте разницу, тем более гигантская доза в каждой капсуле лецитина и гигантское количество капсул.
Омега-3 тоже выше всяких похвал по качеству, по частоте, по количеству вещества в капсуле, капсулы, по цене от производителя, все, как всегда, выше всяких похвал. Нервная система, которая подвержена стрессам. Конечно, это омега-3, тот же самый лицетин, тот же самый грипайн. Добавьте еще 5 HTP с утра, если давление не зашкаливает, если оно не очень высокое. Вот, и обязательно 8 и HVP. Итак, гипертония провоцируется стрессами, вы об этом знаете. Успокаивайте, защищайте нервную систему позитивным общением. Общением с приятными вам людьми, тем, что помогаете людям. И, конечно же, HVP или 8 чередуйте. То одну добавку, то другую. И учтите, что стрессовый хвост – это дело серьезное. То есть, если стресс был, то хотя бы недели две после него надо еще пить успокаивающие добавки. Неделя HVP, неделя 8, например. Или 5 дней одно, 5 дней другое, и меняйте их. Это будет очень правильно. Итак, спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. Гипертония профилактируема. Оздоравливайте и планово промывайте почки. Вы уменьшите риск появления почечной гипертонии. А вот она как раз касается всех абсолютно, у кого есть почки. Всех касается. Хлорофилл, локла, флора постоянно. По неделе в месяц серебро, алоэ, уралакс, если вы считаете, что нужно отдельно вот акцент поставить на оздоровление почек. Но, пожалуйста, всем, вообще всем поголовно, хлорофилл, локла и флора, всем. Независимо от того, есть у вас почечная патология в роду или нет. А если что-то уже настораживает, то серебро, алоэ, релакс, только имейте в виду, что алоэ является биостимулятором. Уже гипертоником пить не надо, если уже есть высокое давление. Кальций и магний – пара минералов, помогающих настроить сосудистый тонус. Значит, кальций и магний с витамином D или коралловый кальций – ежедневная пища. Так же, как и магний, сам по себе магний в виде биологических добавки НСП, пожалуйста, промывает почки, предупреждает камнепады, снимает стрессы, уменьшает нашу готовность реагировать с спазмами сосудов и помогает сердечной мышце. То есть магний – это всесторонний продукт для того, чтобы предупреждать гипертонию. Ко всем указанным продуктам добавляйте магний, 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 и вы будете правы. Не ставьте акцент на биостимуляторах, на алоэ, там, GGC, например, кардицепс, солстик, энерджи. Вот этого не нужно, если вы начинающий или уже со стажем устоявшийся гипертоник. Не нужно. Нужно то, что помогает снять спазмы, промыть почки, кормить, питать, оздоравливать без стимуляции. Посмотрите на мир по-новому. Пожалуйста, обратите внимание на то, как он прекрасен, как он чудесен. Найдите повод для благодарности каждый день. И добавки будут помогать. И потребность в лекарствах у довольно большого числа людей действительно уменьшилась. Я не хочу вам рассказывать сейчас чудеса, как люди вообще отказались от лекарств, как правда они стали нормотониками. Такие чудеса есть и были, наверняка будут. Но я призываю вас делать чудеса в другом ключе. Когда человек здоров, он остается здоров, невзирая на то, как на него воздействует окружающая среда и образ жизни. Найдите дело, которое вас увлекает, и вы не ошибетесь. Принцип применения добавок. Детоксикация и питание. Это применимо к профилактике гипертонии на 1000000%. Вот малокровие, анемизация. Это дефицит железа, белка, витаминов. При недостатке в еде, или если нельзя усвоить из-за проблем с желудком, например. Или кровопотери, язва желудка, или опухоли. Вот глазное дно в норме слева. И при патологии. Вот то, что при патологии, смотрите, кровоизлияние, склероз, расширенные сосуды, это же никогда не восстановится. Вот это никогда не восстановится. Человек уже потерял, считайте, зрение и сетчатку. Но вопрос в том, что если ткани плохо снабжаются кислородом, будет меняться сосудистый тонус, он будет подскакивать, то есть будет провокация гипертонических кризов. Понимаете, в чем дело? При малокровии один из симптомов – головная боль, спазмируются сосуды. Если это состояние постоянное, человек постоянно в спазме сосудов, он рано или поздно доиграется, что он станет гипертоником. Питание. Витамины, минералы, в том числе железо, лецитин, омега, клетчатка, антиоксиданты. Просто, в кавычках, просто. Питание – это профилактика и анемизации, и гипертонизации. Детоксикация. Вот та же миома, например, которая провоцирует через то, что у женщины часто кровотечение, она анемизируется и спазмируются сосуды, она еще гипертоником становится. Да? Мало ей миома, так еще гипертония.
По миомам детоксикация играет важную профилактическую роль. Здоровая печень, удаление обломков гормонов, своевременное, которое провоцирует разрастание опухоли, кстати. Их надо удалить, эти обломки. Удаление ксенобиотиков и адекватное питание – это здоровье репродуктивной системы. Так делать эту детоксикацию в компании с питанием вовремя, пока нет проблемы, которая вот уже кричит «спасайте здоровье». Язва желудка, детоксикация в лице хлорофилла – это удаление хеликобактера. Хеликобактер – это причина язвы и рака желудка. Прием хондроитина – это отсутствие проблем в системе опорно-двигательной, то есть вам не потребуется НПВС. НПВС – это нестероидное противовоспалительное средство, которое, если их применять, провоцирует язву желудка, кровотечение и опять-таки анемизация, гипертонизация, круг замкнулся, опять нужны лекарства от всего и сразу. Если из этого круга не выйти, не разомкнуть его, просто человек остается работать на аптеку. Понимаете? Перегружает собой систему здравоохранения, потребляет много лекарств, требует много внимания со стороны врачей и медперсонала, и на самом деле он попадает в такой круг, из которого выйти уже трудно, но туда же можно не попасть. Каждый нутриент крайне важен и нужен. Сбалансированное питание вовремя, которое вы осознали, поняли, приняли и сделали себе сами вот этот план, что я буду есть каждый день всю жизнь. Это ваш здоровый выбор, это защита вашего здоровья, и никто кроме вас этого не сделает. Врачи умеют спасать жизнь. Я всегда говорю, что меня убивает, например, моего родственника убивает просто напрочь, когда он говорит, я вообще в шоке от такого подхода. Врачи могли желудок заштопать. Зачем они его удалили? То есть человека просто пищевод пришили к 12-перстной кишке. Почему? Намазал спину противовоспалительной мазью НПВС, не буду ее называть, вы в рекламе все видели. Злоупотребил алкоголем, там простыл еще, по-моему, аспирин пил, то есть, получается, аспирин ударил по желудку, НПВС, который в виде мази ударил туда же, алкоголь добавил, в итоге страшнейшее кровотечение из желудка, страшнейшее желудочно-кишечное кровотечение, прободная язва, там желудок как решето был, там язвы. Слава Богу, успели довести, успели брать этот желудок, перелили кровь, спасали, спасли, откачали, и человек еще вышел с вопросом, а что выбросили желудок, могли заштопать, почему они не доработали. Я хочу вас спросить, кто не доработал? Понимаете, надо было там стоять на коленях в той реанимации и кричать, слава Богу, что жизнь спасли, а не обвинять врачей в том, что зашел, вообще завезли труп, извините. А вышло неблагодарное существо без желудка, неблагодарное, понимаете, которое на себя ответственность не берет. Я понимаю, что с роднёй нельзя разговаривать, выражать свои мысли прямо. Я говорю это вам. У вас тоже наверняка есть свои родственники, которые не слышат, не понимают, которые не хотят отвечать за свои действия, поступки, за свою жизнь. Идите к адекватным, нормальным людям. Их полно вокруг вас. Найдите их. Это не обязательно родня, и, скорее всего, это не родственники. А люди, которые готовы вас слышать и воспринимать вас такими, как вы есть, а не ощущение, что там кто-то помельче меня будет меня учить, да? Найдите адекватных людей, которые еще не знают про НСП. Дайте им эту информацию. И, пожалуйста, относитесь сами к НСП не как к препаратам. И не надо никому назначать схемы. А давайте информацию о том, что это продукт для здоровья, который многопланово, системно, всесторонне оздоравливает и дает шанс жить свою жизнь здорово, так, как вы хотите, управлять ею и не быть зависимым от того, есть у вас операционная, которая развернута и дежурит сегодня рядом в ближайшей больничке, или нет, вам это должно быть все равно. Есть бригада специалистов, которая спасет или нет, вам все равно, потому что ваша жизнь зависит от вашего выбора, от ваших действий. Давайте не будем перегружать медицину с собой, пускай она спасает тех, кого надо спасать, кто попал в безвыходную ситуацию. А раз ситуации не безвыходные, с гипертонией, с теми же язвами желудка, с теми же потреблением НПВС по поводу остеохондроза, артритов, эти ситуации профилактируем, так же, как диабет второго типа, избыточная масса тела, давайте это все профилактировать. Атеросклероз в той же группе, и раки тоже там же. Это профилактируемые, управляемые в огромном проценте случаев, это были бы управляемые состояния, если бы кто-то озаботился ими управлять и на них влиять. Поэтому я вам еще раз хочу напомнить о том, что НСП – это продукт для здоровья.
Я надеюсь, что вы уже выпили сегодня свои хлорофилл, зомброзу, магний, флору и все, что вам дорого, что вы считаете полезным, нужным для ежедневной поддержки своего здоровья. У меня на сегодня все.